Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. От 346-й полк виводить в Росію. Угу. Зараз Пакіна був в цьому кризі. Їх же на дві неділі раніше нас увезли. Угу. Посмотрим, що з нами буде. Не знаю, Наташ. Нас нет вже нічого. Нас, нічим не снабжають. Одежду нам нахуй. Зараз вони з'їжджають. Как бы форму нам отдают, кто у кого есть, более-менее хороший. А то завалили пулемет, цинки, с лентами. То не давали, то, блядь, аж 7 крабов лежит на позиции, Мы вчера устроили мастер-класс, по стрельбе, метанию гранат, из подствольника. Ну, двигаю, фронт двигается потихоньку. Медленно, медленно, не спеша. Ну, вагнеровцы, да, в основном прут. Да, да. Ну, а вы не ходите, вы только переходите, да? Ну, мы пока стоим на месте. Там... Спасибо, командир. Я не пойму, а кто у вас командир вот сейчас непосредственный? Вот тут твой командир. Летёв какой-нибудь? У нас нет командира, представляешь? Мы нахуй всех посылаем. Кто к нам приходит из командиров, из мобиков, вот приезжает мало, мы их нахуй. Ну. Кто такой? Хочу хожу, хочу без автомата, хочу без.